пришел тебя предупредить. Амин, тебе нужно уходить отсюда, и как можно скорее. Лучше через перевал в Грузию, так ты сам знаешь, как лучше бежать. Бежать? Да? Это пока еще безопасный путь. Самый безопасный. Ты посмотри, ты вокруг, на Карачая твоего больше нет, это факт. И народа здесь твоего больше нет, это тоже факт. А меня во враги-то записывать не спеши. Подумай сначала. Я помочь тебе хочу, это тоже факт. Это история о дружбе, любви, семейных узах и о боли целого народа, жизнь которого переменилась в один миг. Спектакль «Вершина», подготовленный продюсерским центром «Площадь искусств» из Санкт-Петербурга и срежиссированный Сергеем Прониным, затронул самую большую трагедию в истории карачаевцев, когда целый народ был в одночасье выслан в Среднюю Азию. Спектакль рассказывает о нелегкой судьбе фронтовика, который вернулся в 45-м в свой опустевший аул. Я свое слово держу, и ты должен это помнить. Я ухожу и уведу с собой солдат. Но запомни, Амин, если ты не уйдешь, пощады не будет. Прощай, Амин. Примечательно, что идея создания спектакля принадлежит человеку, никак не связанному с театральным искусством, директору Санкт-Петербургского горэлектротранса Денису Минкину. Продюсирование и создание этого спектакля стало подарком для его близкого друга из Карачаева-Черкесии. Этот спектакль – это в определенной степени плод дружбы. У меня есть друг здесь, в Карачаево-Черкесии, Сагит Биджиев. Мы достаточно давно близко дружим, и я с ним, и наши семьи. И благодаря ему я здесь побывал на Кавказе первый раз, узнал и Карачаево-Черкесию, и людей, и дружу сейчас со многими карачаевцами, и со многими семьями общался, и со многими стариками общался здесь. Ну и вот эта тема депортации, она для карачаевского народа такая больная, трагическая, намоленная. Поэтому, наверное, она равнодушным вряд ли кого может оставить. Также примечательно, что в театральной труппе нет ни одного карачаевца. Все артисты долго и упорно готовились к постановке, изучали быт и культуру народа, чтобы образы на сцене получились настоящими, близкими к кавказскому зрителю. У нас есть такой профессиональный термин. Погрузиться полностью и там, ну, раствориться, присвоить это. Вот и получилось. И вот я сиит. Далее «Вершину» покажут жителям Кабардино-Балкарии, и на этом гастроли труппы в СКФО завершатся. Безусловно, ни одно произведение не может передать истинной скорби депортированных народов. Однако именно такие постановки помогут сохранить память о предках и сделать так, чтобы такие события никогда не повторялись. Алина Гидиева, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.